Я у нее люблю вообще просто все песни. Если это Марай Керри, то все, значит, я люблю сразу же. Я бы хотела с ней дуэтом спеть. У нее такие большие запросы, что она считает, что пока она не будет петь лучше всех в мире, то, в общем-то, остальное все не важно. Ну, у меня такая фишка. Я бы хотела, вот, чтобы сидел вот рядом какой-то вот самый лучший гитарист в мире, и я бы пела с ним. Я с удовольствием спою с Соней, несмотря на то, что у нас очень много, во многом вкусы не совпадают. Есть у нас с ней одно общее. Мы очень любим музыку, и мы очень профессионально к ней относимся. Итак, друзья, здравствуйте, меня зовут Данил Дуэрти, я администратор группы ВКонтакте «Фабрика 1 ТВ». Сегодня у нас интервью с самой загадочной, как оказалось, участницей «Фабрики звезд 3» Соней Кузьминой. Мы пытались, Соня, найти информацию хоть какую-то в интернете, но там вот ничего нету. Как так? Ничего нет на какую тему? Там есть какие-то сплетни, там слухи и так далее. Но в плане вашей жизни вы загадочная. То есть как сложилась ваша судьба после «Фабрики звезд» неизвестно. Ну, много времени уже, конечно, прошло с тех пор, да, и много всего произошло. Не знаю, почему такой ореол загадочности вдруг вокруг моей персоны образовался. Я ни от кого ничего не скрываю. Я по-прежнему занимаюсь музыкой, параллельно я занимаюсь флористикой и еще другими проектами. Я работаю как арт-директор в американском проекте. Ну, в общем, много всего интересного, но по-прежнему самым любимым и самым интересным занятием для меня остается музыка. Вот спустя 14 лет, 9 декабря будет 14 лет с финального концерта «Фабрики звезд 3». Вы состоялись, как вы хотели? Вот была же у вас цель, когда вы шли на «Фабрику», что либо стать мега популярным артистом, либо все-таки заниматься музыкой спокойно. Как вот Леся Ярославская, она говорит, я занимаюсь музыкой для своей аудитории, она у меня есть, и мы с ними общаемся. Вот у вас как? Ну, с тех пор мои цели поменялись. Если в то время у меня была задача, именно мне хотелось покорить весь мир, стать популярной, собственно, поэтому я и пошла на этот проект. Сейчас мне уже это неинтересно, именно вот популярность ради популярности, нет. Но я по-прежнему занимаюсь творчеством, и я надеюсь найти свою аудиторию. Я бы не стала сейчас делать каких-то выводов, состоялась я или нет. Мне как бы еще не 80, чтобы делать такие выводы. Я считаю, что все самое интересное еще впереди, и сейчас происходит какая-то новая волна абсолютно, и она мне нравится, и у меня новое вдохновение, новые песни, новый стиль и так далее, и так далее. Поэтому... Как вы относитесь, вот очень много вопросов было задано по поводу обвинения в том, что вы с помощью папы залезли на «Фабрику звезд», вы с помощью... И мы писали и в Инстаграме, писали и ВКонтакте, что посмотрите внимательно профайлы первой «Фабрики звезд» и второй «Фабрики звезд», вы там найдете на кастинге Соню Кузьмину. Вот как вы к этому относитесь, к желтой прессе, что она писала по поводу... Вот не сама ведь с помощью папы? Ну, я абсолютно спокойно к этому отношусь, потому что, ну, собственно, это как бы неправда. Поэтому что мне обижаться? Я знаю, как это было на самом деле. Началось все с того, что мы с Ариной Тоневой увидели в музыкальном училище объявление о кастинге на первую «Фабрику звезд». И тогда еще никто не знал вообще, что это за проект будет. И было так немножко страшно, но интересно. Поэтому мы пошли с ней на этот кастинг. И я прошла уже почти все туры до того, как вообще кто-то понял. Это вот на первую, да, в самую «Фабрику» нас оставалось уже чуть больше 20 человек. То есть должно было быть в итоге 16. А нас было вот 20 с чем-то человек. И мы уже проходили собеседование. И когда мы проходили это собеседование, меня спросили: «Соня, а вот как твои родители отнесутся, если ты пойдешь в «Звездный дом» вообще на проект?»
Ну, я такая говорю, ну, нормально, наверное, отнесутся, у меня творческая семья. Они такие, да, а что они делают, твои родители? Я говорю, ну, мама поэтесса, я говорю, папа у меня музыкант. Они такие, да, ну, где он играет? Так я говорю, ну, может, знаете такого, Кузьмин? И они такие переглянулись, такие, опа, приплыли. Ну, то есть это был уже последний тур. Как получается, они испугались вас брать? А, нет, на первой фабрике была немножко другая история, меня мама не отпустила. Вот уже мы уже чуть ли там не репетировали что-то, уже вот прям вот финальные-финальные какие-то моменты были. И тут мне мама говорит, не ходи туда, это вообще, это реалити-шоу, это дурной тон. Просто до этого не было таких проектов, был только проект «За стеклом». И у нее как-то такая аналогия была в голове, и она такая, не ходи. И я помню этот момент, как я звоню и отказываюсь, говорю, простите, но я не буду участвовать. Вот, и я отказалась. Но потом мы с мамой уже смотрели всю эту фабрику, смотрели их концерт в Олимпийском, и я такая сижу дома, смотрю с ней. Да, да, и я такая, мам. А на вторую фабрику звезд по какой причине не взяли? А вот на вторую уже, мне кажется, что не взяли как раз уже, потому что знали, кто я, и это не вписывалось в концепцию. На третьей фабрике меня взяли, потому что я вписалась в концепцию, потому что был Никита Малинин, был Коля Сличенко, и они вот решили, мы возьмем. Поставили в одну номинацию, помните эту номинацию? Да, конечно, помню, нас специально поставили вместе, чтобы показать, что все равны, никакого блата. Да, я очень хорошо помню эту номинацию. Помню, что Коле дали две звездочки, все остальные дали мне, и он еще свои отдал мне, как благородный. Яна еще прокомментировала, что это был настоящий мужской поступок, да, мол. Это что-то было такое красивое из его уст. Коля, а вот да. Что ты теперь скажешь дедушке? А могу я две звезды отдать вот Соне? Две звезды Соне? Да, для коллекции. Можешь больше ничего дедушке не говорить, этот поступок настоящего рыцаря. Да, так что вот так вот. Папа был, конечно, в курсе, что я иду на проект, но он не проявлял никакого активного участия для того, чтобы меня туда взяли, поэтому... Он поддерживал вас, мы смотрели что-то на концерты, он поддерживал вас, в зале всегда был, да. И это было очень приятно. Ни у Малинина, ни у Сличенко не приходили, а вот Соню Кузьмину всегда папа поддерживал. Да, приходил, и он так переживал, мне такое ощущение, что он даже больше переживал, чем я. Ну, конечно, это поддерживало. И он так хотел, чтобы я выиграла. Я, честно, у меня не было такой цели выиграть, потому что я видела по предыдущим проектам, что победа – это не главное, что не все, кто выигрывал, становились потом востребованными артистами и наоборот. Поэтому у меня не было такой цели. А папа, он прям болел, и когда меня выгнали оттуда, он прям переживал. Я не переживала. У меня было ощущение, что я наконец вырвалась на свободу. Ура! А песню? Вот очень много вопросов по поводу песни твоей девушки. Вы ее написали на самой фабрике или это она была уже до фабрики у вас? Я написала ее до фабрики. У нее тоже интересная предыстория. Началось все с того, что у меня в школе, в моем классе училась девочка, и у нее была тетрадка со стихами. Она всем говорила, что это ее стихи. И среди всех стихов был маленький стих, который назывался «Твоей девушке». Там, ну, он был коротенький. И она сказала, что это ее стих. Мне очень понравился этот стих, я его переписала. И со временем я добавила туда другие стихи, добавила музыку. И получилась песня. Но когда я была на фабрике, когда у меня была номинация, в общем, мне предложили спеть папину песню. Давай ты будешь папину песню петь. Я такая, нет, не хочу папину, я хочу свою. Но они сначала скептически к этому отнеслись, сказали, ну, что там у тебя за своя песня? Ну, покажи. Я показала, всем понравилось, очень быстро сделали аранжировку. То есть буквально вот в понедельник я наиграла только на клавишах эту песню. И в пятницу уже был пятничный концерт, уже все было готово. Вот, и, в общем, в этом процессе всем как-то потерялось тот факт, что стихи отчасти были не мои, я это никогда не скрывала, просто это не успели как-то вообще выяснить. Более того, потом выяснилось, что это даже не ее стихи были.
не моей одноклассницы, что это какие-то старые стихи. А как с авторством потом были? Вот я на самом деле до сих пор думаю над этим вопросом. Я бы хотела все оформить по-честному, что это авторство и мое, и вот этой девушки, которая изначально написала стихи. Я недавно мне кто-то написал в Инстаграме, кто-то мне написал, да, я не знаю, это надо еще проверить, но похоже, что нашли, да. Ну, песня, надо сказать, она стала хитом среди поклонников «Фабрики звезд», потому что прошло уже 14 лет, каждый раз пишут нам и спрашивают, где студийная версия, где выступление, потому что ни качественного выступления не было, ни студийной версии не было. И в чем успех этой песни, как вы считаете? Да, для меня это тоже загадка, почему до сих пор, спустя столько лет, мне до сих пор пишут письма по этому поводу. То есть, если сначала на фабрике это были просто коробки писем бумажных, потом это было уже там чуть меньше писем, сейчас это уже электронные письма. Но действительно, песню не забывают, несмотря на то, что она прозвучала всего один раз в эфире Первого канала, и ее не крутили нигде. На радио нигде, и она запала просто. Она запала, наверное, за счет той истории, которую она содержит. У меня много раз была идея все-таки ее сделать. Вот даже вот сейчас вот недавно было 15-летие «Фабрики звезд». Я хотела перезаписать эту песню и снять на нее клип. Но потом все-таки я передумала, потому что, ну, как-то для меня это уже пройденный этап. Я считаю, что это такая юношеская песня. У меня сейчас уже немного более какой-то взрослый стиль, поэтому... А подарок, наверное... может, молодые поклонникам? Ну, да, я хотела, но... Может быть... А «Твой дом со мной» написал папа? Да. И она уже, она отличается от твоей девушки кардинально. Вот вам какая песня ближе? Мне, конечно, ближе «Твои девушки», потому что это моя песня. А «Твой дом со мной», на самом деле, кстати, неправильно называется. Песня называется «Дом под луной». Изначально она называлась. Плашка на Первом канале прям так называется. «Твой дом со мной». Ну, они не правы. Они не правы, Первый канал. Песня, которая называется «Дом под луной». И выбрали такую песню специально, чтобы показать какой-то контраст, что я могу и лирическое петь, и веселое, драйвовое. А песня «Дом под луной», честно скажу, никогда мне особенно не нравилась, поэтому до сих пор, когда мне там что-то про нее пишут и спрашивают, я как-то так, как будто бы это и не моя песня. Интересно, что это самый драйвовый номер всех сезонов «Фабрики звезд», потому что там были задействованы мотоциклы, реальные настоящие мотоциклы. Номер был настолько драйвовый, что когда спрашиваешь, опросы какие-то проводишь, какой номер вы запомнили всех сезонов, Соня Кузьмина. «Твой дом со мной», это серьезно, были такие опросы, самый такой номер, который вы запомнили. Даже если вашего номера нет в опроснике, допустим, среди победителей, люди в комментариях пишут, что «Соня Кузьмина», мотоциклы, вся эта вот эта вот роковая тема, это вот мы запомнили. Да, мы старались зажечь, у нас это получилось. Кто-то еще говорил, что это мой папа на мотоцикле выехал, хотя это было не так. Да, он сидел в зале. Да, ну действительно номер получился драйвовый, мне даже я какие-то комментарии прочитала от известных продюсеров, которые написали, что я зажигала там не хуже, чем Дженнифер Лопес. Ну, мне было приятно, да. Ну, действительно ведь так, потому что все же к экранам, мне было тогда 13 лет. Я прекрасно помню этот момент, этот отчетный концерт, вы тогда покинули фабрику с этой песней. Ну что, Александр Малинин еще не скоро увидит своего сына, а вот Владимир Кузьмин увидит свою дочь и сможет ее обнять уже минуты через две, может быть и меньше. Соня Кузьмина. Вы знаете, Владимир, София Владимировна, вы принимаете от нас совершенно другую дочь. Это полноценная артистка. Спасибо вам за то, что вы ее воспитали такой, какой мы ее получили. Ну а мы постарались, да и она постаралась, потому что это совершенно талантливое существо, которая на этой фабрике раскрылась. Соня, тебе слово, милая. Вы знаете, тот маленький мир, который создан в доме, он, конечно, прекрасный. Но тот большой мир, в который иду я, намного лучше. Приветствую Соню Кузьмину, большой мир!
А вот, вот этот номер, он запомнился. И помню, что писали все тогда, еще фан какие-то были в журналах, переписка. Как она могла покинуть таким-то номером? Нечестно, неправда, несправедливо. Вот тогда с этим вот писали. Но почему не было этих песен в Олимпийском? Ни твоей девушки, ни твой дом это со мной. Это вопрос к организаторам. Я бы с удовольствием исполнила. Они вообще были? В Олимпийском или не было? Просто в телевизионную версию не все вставляют, а вырезают некоторые нет, номера. Нет, мы в Олимпийском исполняли дуэт с папой. Кто этот 6 минут? Мне сегодня папа предлагал эту песню исполнить. Я говорю, слушай, я не хочу ее. Он такой, я тоже. Все, нам так надоело. А сегодня я буду исполнять песню «Золотая карусель», музыку, которую написал мой папа, а стихи написала моя мама. Поэтому это для меня очень особенная песня. Более того, она ее написала за день до моего дня, до моего рождения, то есть практически чуть ли не в роддоме. Вот, поэтому и исполняла ее Алла Пугачева. Поэтому это такая очень особенная песня. Я бы не стала после Аллы Борисовны перепевать в любом другом случае, если бы это не была песня, написанная моими родителями. Да. А вторую песню я исполню свою под клавиши. Наши поклонники, ваши поклонники наши, мы просто это все. Да-да-да. Они просят, у меня есть для вас сюрприз, точнее от Сони. Соня в конце интервью назовет любую цифру из от 1 до 38. Тот человек получит от вас все отчетные концерты в отличном качестве. Мы отправим в электронной версии, потому что просят. Где качество, записи же нету. А у Сони есть. Поэтому мы вам их отправим в электронные. Видите, вот такой сюрприз мы подготовили для поклонников. Они посмотрят и «Твой дом со мной», хотя она не так называется, и «Твоей девушки». Вопросы. С кем вы дружили на фабрике из фабрикантов? Я дружила и до сих пор дружу с Лесей Ярославской. Это для меня особенный человек в моей жизни. Я таких людей больше не встречала. Она просто уникальный доброты и светлоты человек. Еще я дружу со Светой Светиковой, она тоже уникум, она очень интересная, я недавно была у нее в гостях, у нее уже двое детей, она замечательная мама, просто супервумен и безгранично талантливая девушка, мы с ней, вообще мы общаемся со всеми, у нас есть чат. Который создала я в день рождения Никиты Малинина. У меня была такая ностальгия, я решила создать этот чат. И вот он уже пару лет существует, и мы там общаемся все вместе. А вы сматриваете отчетные концерты? Вот есть у вас когда сядут 5 сентября в день нашего заезда в дом и посмотрю весь этот трэш? Нет, ну я иногда пересматривала свои выступления какие-то отдельные, но вообще, честно говоря, от начала до конца все я вообще, наверное, не видела никогда и не уверена, что хочу это видеть. Ну, это было, в принципе, неплохо даже для нашего времени, потому что у вас были дуэты с Леонидом Агутиным, «Граница», у вас был Иракли. Тогда это было, он был популярен после второй «Фабрики», хотя мог стать коллегой по «Фабрике звезд». Мог стать. Более того, Максим Фадеев после нашего номера подошел ко мне и сказал, что «Ох, надо было тебя к себе брать». Даже так было. Да. А вы ездили на гастроли с третьей фабрикой? Я ездила на гастроли, но я отъездила не весь тур, но первую часть тура я ездила. И с кем вы дружили уже в гастрольном туре? Все те же? Да. То есть только две подружки? С Машей тоже вы общались. Нет, мы общались все вместе, но если говорить именно про дружбу, то это те люди, которых я назвала, это те, с которыми я действительно близко общаюсь до сих пор. Телеканал Муз-ТВ этой осенью запустил новую «Фабрику звезд». Угу. Вы в курсе? Да, конечно. Смотрели? Нет. Не смотрели? Нет. Как вы относитесь вообще к тому, что спустя такое время проект возобновили, хотя уже вроде бы и формат другой, и время другое, они продолжают штамповать звезд, они по-прежнему пускают под фонограмму артистов. Вы как к этому относитесь? Это время проекта или все, пора уже его закрыть и забыть? Я считаю, что для каждого поколения может быть своя фабрика. То есть все, кто смотрел нашу фабрику, они, конечно, не воспринимают новую. Для них это все не так, но это потому, что они уже другие. А для нового поколения, я думаю, что, скорее всего, новая фабрика интереснее, чем была наша когда-то. Поэтому это, знаете, как вот фильм «Тихий Дон» мы пересняли.
Разные есть мнения, кому-то нравится, кому-то не нравится, но я вот согласна с тем, что, как сказал режиссер фильма Урсуляк, я, кстати, знаю его дочку, что для каждого поколения должен быть свой Тихий Дон. И вот этот новый фильм нами воспринимается лучше, чем воспринимается старый фильм. То же самое, я считаю, и с «Фабрикой звезд». Что касаемо Маша Вебер, недавно приходила на новую «Фабрику звезд» и проболталась о том, что в группе «Тутси» было не 4 солистки, а 5. Мы поковырялись, поискали, и пятая, оказывается, была Соня Кузьмина. Ну, это как бы не секрет, это было известно. Что изначально планировалась группа из 5 человек. Я даже записала с ними первую песню, самый-самый, там звучит мой голос. Но в дальнейшем у нас не сложилось. Ну, просто это не совсем мой творческий формат, поэтому я... Это прям совсем попса, потому что попса. Ну, немножко не мое. Я никогда не жалела, что я не участвовала в этой группе. Хотя, для девочек это был классный опыт. Ну, вот они до сих пор вспоминают, приходят. Вот я была 10 лет, отработала, я молодец. Да, ну, кстати, что касается того, что Маша пришла на эту фабрику, она нам в чат писала, что ребята, они такие вообще, вот, они так не зажигают, как мы даже сказали, что она разговаривала с командой, что сейчас та же самая команда работает, которая работала с нами, и что они говорят, ребят, ну вы так вообще креативили, вы такие классные были, а эти, типа, ничего не делают. Простите, ребята, я не видела, я только передаю то, что я слышала. Поклонники смотрят дневники, они там полувялые, полу-что-то, а ваши же коллеги придумывали всякие фишечки во время проекта, чтобы не было скучно. И тем более был формат прямого эфира в пятницу. Ну, для Москвы и для средней полосы не прямой эфир, запись уже отредактированная. Дальний Восток смотрел в прямом эфире. И поэтому, ну, утеряна вот та вот живность, когда вот все живо вроде на твоих глазах происходит. У них концерт снимают в четверг, показывают в субботу. То есть все это знают, все это понимают. И к пятнице, к субботе точнее, уже сливается информация, кто ушел. Ну это, конечно, сейчас вообще время другое. Сейчас эти инстаграмы, все по-другому. У нас не было никаких... Мы шагнули назад. То есть 4 лет назад мы могли быть прямой. Да, честно говоря, я бы ожидала уже прямой эфир и живой звук, как, например, уже на других проектах. Сейчас уже действительно другое время. Я считаю, что надо более прогрессивно уже подходить к этому вопросу. Тем более много хейта было в сторону кастинга «Фабрики звезд». Ой, я тоже, я что-то слышала, что там какая-то мясорубка вообще творилась. Они как бы спалились в том плане, что они действительно массовку позвали, а участники уже были набраны. И все и фото уже нашли, и видео, как они все вместе. Ну, я об этом не знаю, я что-то слышала. Я только слышала, что очень плохо было организовано, что... Ну, вообще, эти кастинги, они всегда тяжело проходят. Я, конечно, это помню. Это просто ты круглые сутки торчишь в телецентре, ты уставший, ты сначала стоишь в очереди, потом один тур за другим, за три. Ой, это действительно очень сложно. А как вы пережили... А момент жизни в звездном доме. Вот много вопросов задают, как замкнутое пространство. Мы знаем, что вас выводили один раз в неделю отдохнуть на базе. На выгул. Да, вывозили нас один раз в неделю на базу. Помогала, но однажды я там слегка схулиганила. Нам же нельзя было звонить, у нас только одна минута в день была. И когда нас вывезли однажды на эту базу, я там позвонила по телефону своим родственникам. Мне за это вручили синий шарик. Вы помните, у нас была такая система, желтый шарик и синий. Да, в общем, такой, да, знак порицания. Меня за это отругали, за то, что я позвонила. Ну да, мы гуляли. Нет, еще иногда мы выходили в какой-то закуточек, вот реально, как животных на выгул нас водили. Нет, вообще замкнутое пространство, я не буду скрывать, это было очень тяжело психологически. Этот круглосуточный свет, который на тебя, эти подъемы в 7 утра группы «Рамштайн», не знаю почему, и прочее, поведение людей, которое поменялось сразу же после того, как включились камеры. Кардинально поменялось.
Я смотрел в одном дневнике, вы возмущались по этому поводу с Линой Рифулиной. Это да. Вставили в дневник, что я не могу терпеть, я не хочу, пустите меня, выпустите. Тут лицемерие, люди играют на камеру, это говорю, в дневник вставили. Я даже уже не помню, но я, видите, какая я честная. Да, и Лина потом комментировала, что Соне действительно тяжело, в том плане, что ей непривычно это лицемерие. Люди выезжают в Останкино, вроде они такие одни без камер, пока едут. Да, вообще другие. Заезжают в Звездный дом. Да, у нас был период, который был между кастингом и началом проекта, когда нас всех отобрали, но мы еще не попали на проект. И мы так общались классно, они, ребята приезжали ко мне домой, мы какие-то устраивали тусовки. И было такое живое общение хорошее, такое классное настроение, и мы там ездили в такси, и такие, ой, мы новые фабриканты, там все, у нас уже автографы. Ну как-то это было весело, все непринужденно, но как только мы заселились, вот ту же самую минуту все поменялись. Поэтому, да, это было не очень приятно. И было тяжеловато. И да, действительно, я говорила, что я хочу домой, отпустите меня. Я думаю, что именно поэтому меня поставили в одну номинацию с Никитой Малиной, Нином и Светой Светиковой. Потому что понятно было, что я уйду, скорее всего, в эту номинацию. Да, было голосование, вот звездочки отдавали вам. Говорили редакторы, кому отдать? Нет. Не было такого? Вы вот сами честно решали, кому вы отдадите? Мы все решали, и мы сами должны были придумать, что сказать. За это тоже нас иногда ругали, когда мы что-то не то говорили. Вот я, например, в каком-нибудь концерте как-то односложно сказала, и меня за это отругали, что это ты не можешь даже обосновать. А вот сейчас на новой фабрике звезд нет техники речи, их этому не учат. У них даже Седаков сбежал, не выдержал. И их будет песни «Круто, ты попал на ТВ». А вы помните вашу строчку, которую вы пели в гимне? «Очень круто, ты попал». Я помню, я читала полурэп такой. А какую еще строчку, не очень помню. Наш любимый телезритель, очень круто, ты попал. Круто, ты попал на ТВ. Ты звезда, давай народ порази. Круто, ты попал на ТВ. Нет. Вопрос просто поступил от фанатов. Какую строчку, помнит ли? Третий выпуск самый лучший. Это поет Давлетов. Три счастливые. Да, вот что-то где-то там. Вот что-то подзабыла. Надо вспомнить. Надо вспомнить. Обязательно заходите на Фабрика 1 ТВ. Группу и пересмотрите. Дальше. Какое самое яркое воспоминание от Фабрики 3? Самое яркое воспоминание, ну, наверное, это когда я исполняла свою песню, и когда я получила очень большой отклик на это. Ну и плюс для меня такое было яркое воспоминание, когда я познакомилась с Мэрайей Кэрри, потому что это моя любимая певица, и именно в этот момент. Ну, я до сих пор люблю ее раннее творчество. Современное нет, а раннее, да. И именно тогда она приезжала в Москву, и мы вместе в одном концерте мы выступали на церемонии ТЭФИ. И потом у нее был концерт в Кремле, когда меня с ней познакомили. Это было здорово. И у вас, у Маши Вебер. Да, и Маше тоже повезло, потому что пришла Наталья Рейра. Мне тоже Наталья Рейра очень нравилась и нравится. Я смотрела «Дикий ангел». И для меня было очень таким прикольным моментом, что мне удалось ей подарить свою кепку красную. Потому что эта кепка для меня тоже имела какое-то особое значение. Мы когда с мамой смотрели этот сериал, точнее, я смотрела, а мама терпела, что я смотрела этот сериал. И она все время так... Пусть она снимет уже эту красную кепку. Красная кепка, это ее надоело. И я вот как бы так назло маме подарила Наталье Эрейро свою красную кепку. Ну, между прочим, ваш стиль запомнился, когда я учился в школе, у нас девочки. Я сегодня Соня Кремина. Это вот шарфик этот полосатый, этот кипон. И смотри, я похожа на нее, похожа ведь. Ну да, этот стиль как-то у меня образовался не специально, это просто мое какое-то было такое подростковое увлечение. Мне нравились эти кепочки, шарфики, мне почему-то казалось, что это прикольно. Я, честно, я даже не думала, что это будет иметь какой-то резонанс, что действительно мне вот потом много писали вообще про стиль, что ой, мне так нравятся твои кепочки, там, шарфики. До сих пор. Стиль от других фабрикантов, они же были простые, там, Светикова очень любила платье и всегда постоянно говорила, отдайте мне все, что...
чем я выступал, у нее было желание даже такое. А вы действительно выбивались, и поэтому запоминалась Соня Кузьмина. И когда те, кто не следили за проектом, говорили, а где девочка-то в кепке? Ну, когда был под конец проекта, где она? Что, ее что ли все? Она ушла? Так, если бы люди не могли слышать, как бы вы до них донесли свою музыку? Вот спрашивает подписчик. Если бы они могли слышать? Не могли бы слышать, не было бы у них слуха, но вам было бы важно донести до них свою музыку, как бы это сделать? Очень, ну, вы же флорист, вопрос, можно в этом. Нет, это все-таки не то. Музыка – это совершенно особая субстанция. Я считаю, что это вообще чуть ли не главный способ передавать вообще чувства людей. Как вообще же говорится, сначала в начале было слово. То есть вот слова, именно звучащие слова, они имеют колоссальное воздействие на людей. Поэтому если бы не было музыки, ну чисто на каком-то энергетическом уровне, ну это было бы очень сложно. Вот говорят, слабослышащие, люди, которые плохо слышат или не слышат вообще, они ладонь кладут на колонку, и от динамика они понимают, что за музыка, они могут даже танцевать под нее. Я в это верю, да, потому что музыка, она воздействует не только на слух, она еще на какие-то такие, на все чувства наши воздействует, поэтому ее можно, да, практически потрогать. Но все-таки, слава богу, музыка есть, я даже не хочу думать об этом ужасе, что если бы ее не было. Совсем скоро Новый год. Наше интервью выйдет, ну, буквально числа 30-го. У вас есть возможность всех поздравить с Новым годом, кто будет нас смотреть, кто будет вас смотреть. Погнали! Дорогие зрители, я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо вам за то, что не забываете. Столько лет прошло с проекта, вы до сих пор интересуетесь, пишете. Я, в свою очередь, обещаю вам в следующем году обязательно выпустить что-то новое, чтобы вам не приходилось уже писать о старых песнях, чтобы все-таки вышло что-то новое и интересное. Спасибо вам за поддержку. Я вам желаю в Новом году тоже успехов творческих, жизненных, бытовых, вообще всех-всех-всех во всех сферах жизни. Поздравляю вас и желаю большого-большого счастья. И последний вопрос, мы вас уже отпустим. Угу. Первое публичное появление, какое я видела, задает Ирина Тим, это клип «Папы душа», режиссер Вера Сотникова. Это реально первое появление публичное? Да, это мой реально первый такой профессиональный опыт был в 7 лет. С этим тоже была связана такая загадочная история. У меня была книга про моду, про историю моды. Это была мамина книга, и там был портрет инфанты Маргариты. И я просто как загипнотизированная смотрела на портрет этой девочки, принцессы. И мне она так нравилась, я могла вот прям просто уставиться на нее и смотреть. То есть вот мне лет 6 было. И потом произошла такая история. Вера Сотникова решила снимать клип для папы, но изначально там была другая актриса задумана. Девочка должна была быть другая, на нее шили платье. Но в последний момент она заболела и предложили сыграть мне. Ну, для начала померили платье на меня, оно мне подошло, слава богу, как будто шили на меня. И я так была счастлива, что я играю вот ту самую принцессу из своей книжки, и что я участвую с папой в этом процессе. Там все вокруг меня носились, там я маленькая совсем. Они, там, Сонечка, тебе не холодно, тебе не это, тебе не то, а съешь бананчик. Там. А я вообще кайфую, на эти павильоны, эти камеры, это такой кайф был, это просто незабываемый. Вот спрашивают, а ранка на руке была настоящая или краска? Ранку покрасили, тоже была смешная история, там была такая ваза, которую папа двигал по столу, и она должна была упасть и разбиться. Но он ее двигает, она падает и не разбивается. Дубль один не разбивается, дубль два не разбивается. И, в общем, ее потом решили просто вот так вот о пол вот так ударить. Она все равно не разбилась. Мы там все в шоке, что это за ваза такая, которая не бьется. В итоге мы набили всякого стекла, стаканов. Ну, не мы набили, взрослые люди там набили. И, в общем, да. И мне нужно было сыграть, что я беру осколок. Ну, кровь мне нарисовали. Но я должна была очень серьезным взглядом посмотреть на папу. А я никак не могла. Когда я смотрела на папу, мне все время хотелось улыбаться.
В итоге Вера сказала: все, давай ты будешь на меня смотреть, раз ты не можешь на папу. В итоге я смотрела на Веру, когда снимали, а потом уже смонтировали так, как будто я смотрю на него. Но кровь нарисовали, да. И вот этот шарик, который у меня бьется, это Вера подлезала снизу, и такой длинной иголкой, и так его протыкала, и я такая: а-а-а! Ну что, я предлагаю нам все-таки отпустить Соню. У нее сегодня концерт в Кирове. Мы сейчас пару фотографий сделаем. Ну, а вы, друзья... О, я же главное это забыл. Подарок-то. Кто получит цифра от 1 до 38? 23. Поэтому теперь будешь наслаждаться в отличном качестве, без логотипов и рекламы. Ну что, спасибо вам большое, что согласились на интервью. Мы будем следить за вашим творчеством. Вас не отпустят 70 тысяч человек просто так, поэтому не будут следить, искать ваши песни, и старые, и новые, и фотографии, и вырезки, и все, у нас даже журналы с тобой есть, ЕС, который выпускала. Ну что, спасибо, всем пока. Пока. Всего доброго, с Новым годом! Снегом белым все замело, все, что было, было и прошло. Чему мы рады, то, с чем будем жить. Наступают новые дни. В небе загорятся новые звездные дни. Все, что не случилось, жди, и все придет. Много счастья, счастья не прошло. Вместе соберемся, вместе улыбнемся. Дед Мороз скажем, что нам хорошо. Ты смеешься, счастье в глазах. И снежинки тают на твоих губах. Я твоя снежинка, что любовь дает. Будет все как в сказке в этот Новый год. С Новым годом! Новый год, с Новым годом, папа!